Ага. Дорогие друзья, всем привет! С вами Виктор, это канал Витёк Плей. Мы продолжаем играть в Mad Max. Безумный Макс. В прошлой серии мы так немножко странно закончили, что меня убили, и там нужно было проходить заново. Но вот я заново зашел опять в эту пещеру, и где-то я уже совсем рядом с тем помещением, в котором я сражался последний раз. Я выбрал немножко другой путь. Это? Это было? А, собственно, вот я сюда и пришел. В прошлый раз я оттуда приходил. Ну, здорово, парни. Давай, подеремся. Вот так вот, ни хрена себе я его встретил ногой. На, я очень злой. Блин, ни хрена себе я их просто... Я реально очень злой, да. Ох ты ж, откуда ты прилетел, гад? Дайте выкатиться отсюда. Но... Так. Ух ты ж. На. Все, щит сломался? Нет, не сломался. Ну, что ты сделаешь со мной? Ну, давай. Опа, дай как я могу. Че, пендели тебе как дам? Какой крутой у них попался парень. Да что ж такое, пробел не работает. На, в щит. Все, в щит. Так, ходим. Ну, давай, беги ко мне. Вот как я тебя открутил. И под зад тебе. Все. Что там у него было-то? Что-то не сильно-то, кстати, у него было. Сейчас мы потихонечку все возьмем. Водички наполним. Полечиться-то надо, да. Это, я так понимаю, это какой-то местный босс был. Вот типа босса. Так, чуть-чуть воды есть, это уже хорошо. Требуется гвоздодер. Мне сказали, кто-то тут сидит. Ну, если я, так-то. Тогда я тебя отсюда вытащу. Так это ты или нет? Да-да, я. Все равно ты убил тех двух, что кормили меня. Меня звать Запал. Я из свинцовой фермы. Так. В общем, это тот, кто нам нужен. Купить его можно в меню Макса. Нифига себе. Гвоздедир надо покупать, ребят. А вот этой штукой нельзя, да, взломать? Так, давайте, меню Макса. Макс. Монтажка. 44 лома стоит. Прикольно, это я, значит, такой... Сижу такой в пещере где-то, хренак, думаю, дай-ка монтажку куплю. Есть монтажка. Выкинь ты его. Крой. Во, нормально. Работаем ломиком. Фига себе, честно. Тебе нужно добраться до маяка Джита. Там тебя уже ждут. Понял. Отправляюсь. Хорошо. Так. Задание выполнено. Жажда пороха. Я освободил Запала. И теперь он направляется к Джиту. С его помощью Джит сможет наладить производство пороха. Тут доступен арсенал в крепости Джита. Какая-то что-то. Что за дорога? Я ее не помню. Песочком все позамело. Угу. Здесь запчасти. А, понятно. Тут, оказывается, еще последний какой-то лом был запасен. А, и вот выход. Очень интересно, а почему я до этого в него не мог войти, на ракета на верхушке? Ты посмотри. А, сюда даже залезть-то невозможно никак. Это чисто выход. А я не разобьюсь вот так в выпаде? Не разбился.
Так, хорошо. А где моя машина? А как призывать машину, я забыл. Здорово, парни. О-о-о-о-о, ты чё дерзкий такой? Круто, меня сейчас убьют, ребят. О, мама. Что, меня затоптали. Не в том месте, не в то время, я так понимаю, да? Ну-ка, давай быстро пожрем. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Ах ты, падла. Я, значит, отложил пушку, чтобы покушать. А он, гад, пришел меня убивать. Сейчас, конечно. Видишь, курица вкусная какая. Нормально, кстати, я их, да? Обескуражил. Так, вспомнить бы, как призывать машину. Какой буквой? Е, Ку, Ку, чё там? Х, С, В. С. О, что это? Камера какая-то. А, это фотки, что ли, делать? Прикольно. Ребят, как вызывать машину? Я забыл. Как-то же можно было. А, можно быстрым перемещением же, наверное, да? Крепость жита сразу. О, и сейчас машина будет вся у меня. Отлично. Так, можно построить арсенал. Пошли, построим арсенал. Развиваемся. Сейчас патрон наберу просто немерено. И вот заживем. Давай. Теперь мы знаем, как готовить порох. Но ингредиентов не хватает. Уголь у меня есть, а вот сера. Придется тебе поискать источник. И еще. Не все можно из земли выкопать. Нам нужна селитра. Она в моче. И на трупах. Найди нам серую селитру. Нет, с меня пленник, с вас патроны. Уговор был такой. Держи. Больше у меня нет. Если нужно еще, раздобудь селитру и сел. Вот ты падла, а. Я так и думал, что сейчас... Не все так свежо будет. Да, один патрон он мне дал. Молодец вообще, откупился. Найдите источник селитры, найдите источник серы. Круто, блин. Так, а как мне поехать на машине с собачкой? Кто подскажет, кто расскажет. А, вот, Т, выбрать другой транспорт. Все, понял. Так, давайте подумаем, что нам теперь нужно сделать. Селитра, сера. Подвиг, так, трофеи. Все это фигня, если честно. А чтобы сделать это задание, что мне нужно? Так, Брюхарез. Чтобы завоевать доверие БХМ, Максу нужно доказать свою... Крутость. Очистить лагерь на территории Брюхареза. Лагерь на территории Брюхареза надо очистить, ребят. А я даже не знаю, где там лагерь, поэтому нам нужно сначала будет проехать... У, ёлки-палки, сколько здесь заданий. Нам нужно будет проехать сейчас с вами по вот таким вот вещам, как воздушная разведка. И вот здесь можно, кстати, пункт воздушной разведки разведать. Там еще на них очень много... Вкусноты висит обычно на этих воздушных шариках. Но это, видимо, будет воздушный выпуск. Что ты еще поделаешь-то? Будем развивать разведывательную сеть. И зато в следующий раз нам будет намного проще. Намного проще будет телепортироваться. Давай. Слушай, я езжу как терминатор какой-то на такой скорости бешеный. Мне это нравится. Так, как туда забраться? Непонятно.
закатали парня. Так, вот здесь какая-то веревка есть. Так, ладно. Я вижу вот здесь какой-то... Ага, вот оно что, нашел. Следы там были, оказывается. Я их только в последний момент заметил. Слава богу, что заметил, а то сейчас начал бы вокруг кататься. Так, видимо, нам сюда. Так, что это тут лежит? Бинокль. О, здесь довольно-таки много лома лежит на этой башне. Прожектор. Хорошо, а где лом? Ну давай лом. Ага, так и думаешь, где-нибудь тут висит. 18, вот это уже цифры нормальные. Так, бензин. Интересно, дверь. Зачем-то. Вот еще ломик нашел. Фига себе там крутится, смотрите, шняга. Так, ну, видимо, последний кусок лома будет совсем наверху. У-у-у, патроны. Странно, как-то я лом не нашел последний. Ладно, поехали в корзину. Кончился бензин. Вот оно что, Михалыч. Так. Значит, нужно взять вот этот вот бензин. Надеюсь, там есть. И заправить. Что заправлять-то надо, кстати? Кто знает. О, тут канистра целая. Чё мне хватит машину-то заправить? Ладно, мне это не нужно. Так, вы можете переждать бурю в дружественном лагере или крепости. Приближается буря, ищите укрытие. Ни хрена себе. Что за ересь? Я не успел взлететь. Мне уже бурю объявили. Кося. Самая беда будет, если в меня молния. Но здесь она не попадет. Ура, ребят, наконец-то буря кончилась. По-моему, это самый идиотский вообще момент в игре, когда ты должен 5 минут стоять просто и тупить, ничего не делать. Ну это глупость какая-то. Вам-то ладно, вы посмотрели... Как бы я вырезал. Блин, ну, а другие люди, которые проходят игру. Я сейчас реально сидел на суку, вырялся, не заморачивался ни о чем. Надо же такое придумать, а. Так, ладно, о чем это мы? А, мы с вами взлетали наверх. На воздушном шаре.
Чуть-чуть нам буря помешала это сделать. Чуть-чуть бы пораньше, было бы намного лучше. Уехал бы сразу и все из этой точки. А тут пришлось сидеть и ждать. Так, давай, взлетаем. Давай, 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 давай. Ну, там, кстати, снайпер сидит на горе, да? Надо будет сейчас подъехать его чпокнуть. Равнина маяка. Джейд. Best make good on our deal. Так, крепость Джита, ну. Так, лагерь. Так, лагерь, кстати, тоже надо будет зачистить. Может быть, зачистим лагерь. Здесь ничего интересного не должно быть. Даже и снайпер я этого, по-моему, видел раньше. Чё-то там поднатыкал немножко. Давай вниз. Там какая-то точка, кстати, квестовая, я так понимаю. Для начала снайпера пойдем заковыряем. Так. Давай, Макс. Не тупи, побежали. Вниз, вниз. Опа, нифига себе, с какой высоты падает. А, ножку сломал все-таки, да? Бывает. Бывает, ладно. Так, айда к снайперу. Сейчас мы, кстати, к нему заедем. А, вон там, кстати, еще один. Надо взять. А, надо было съехать на нитке. Ну ладно, не будем уже заморачиваться. Где-то тут вот снайперок сидит. Где, говорит, зарыты. Куда поехал? Без меня. Не подстрелишь. Опа, мимо. Косой. Шел вон. Уровень угрозы понижен. Неплохо я его, да, прикрыл тут? Прикрыл его лавочку. Я имел в виду это. Так, боезапас полон. О, так я еще молодец. При полном боезапасе работаю. Так, что тут еще боезапас какой-то? Я так понимаю, здесь все снайперские патроны, да? Ну, хорошо. Так, дальше. Куда поедем? А поехали-ка мы знаете куда? Что это такое? Топливный перевалочный пункт. Угола. Так, место поживы. Нам бы вот эту вот штуку засветить, потому что здесь, я так понимаю, никаких городов нету. А что-нибудь да придется там крутить, выкручивать. А по пути сейчас все пугало посносим еще. Погнали. Ну, там ребята какие-то прыгают. Новый враг дикий. Даже не знаю, кто такой. О, что-то я вижу. Стоять, стоять, бояться. Открываемся. Нормально. Вау! Аж кричит от счастья. Так, снайпер. Что это? Блин, я думал, это пугало какое-то стоит. Нет. Это просто какой-то знак. Знак о том, что... Вы въезжаете в Московскую область. Что-то в этом роде. Здесь прячься, стрелки, святой, будь осторожнее. Я понял тебя.
Буду ехать как можно быстрее. Парни, чё-то я мимо вас пролетел как-то. Нормально я его вытащил, да? Что я ему оторвал? Бампер оторвал. Во даю, а. Чё ж ты все время за бампер цепляешься, а? Давай, попадаемся. Что он делает, а? Воу-воу-воу-воу-воу! Сейчас умру! Чини давай! Уж запарил меня. Чувак, вылезай из машины. Ну и давай, на тогда. Мы победили, конечно, мы победили. Ну, сам нарвался, на самом деле. Я вообще не собирался их убивать. Давай. Сейчас он починит, ребят, надо дать человеку время на работу. Ух. Так, и все-таки пугало надо сносить. О, это что такое за башня? Что это было? У него радость такая. Нет, не снес. Прикиньте, гарпун не берешь, что ли, такие? Сейчас я заеду еще раз, погодите, вот это уже интересно стало. Нужно, наверное, усиленный гарпун какой-нибудь. Тихо, стой! Зад. Не падает. Понятно, в общем, вручную надо бодать. Стоять. Готово. It needs repairs now. Understood. Так, ладно, пусть он чинит, я пойду тогда соберу детальки. Something I gotta do. Жалко, что детальки сами не собираются. Было бы вообще круто. Чтобы мне нужно было только ездить и убивать их. Детали сами со мной ездили бы и собирались. Что-то мне рассказывали по поводу того, что там можно какую-то бригаду себе собрать. Ну, это я даже не знаю. Ладно, едем дальше. Где ты? Где-то должен быть здесь рядом уже. Воздушный шар. Вот он, все, я уже вижу. Прибыли. Ну, вот сейчас мы всю эту... О, красиво. Здесь целую крепость прям. Так, видимо, в двери входить надо. Ну, я пошел. Требуется взрыв. Ну, даже так. Ну-ка, дай.
Молодец. F. Бежим. Ох, красота-то какая. Лепота. О, все, он закатился, наконец-то. Ну ты даешь, мужик. Я уж думал, баг какой-то нашел в игре. О, пожать можно. Вот это хорошо. О, блин, червяки. Ой, гадость какая. Опарышей наелся, прикиньте. О, жесть вообще. До чего дошел прогресс, а люди опарыши жрут. Реликвию нашел. Ну, теперь полетели. Надеюсь, в тебе-то бензин есть. Есть. Полетели. Здесь, кстати, много чего интересного должно быть на карте, потому что я чисто пролетом был в этой местности. Сейчас, я думаю, открою много чего интересного. О, вид реки. Сломанные, конечно же. Итак, давайте наблюдать, что здесь есть. Песчаные каньоны называется территория. Крепость Брюхореза. И что, и прям ничего нет? Снайпер. Ну что, непрочный пугало. Не так уж и много здесь видно, я вам так скажу. Давай, полетели вниз. В основном здесь пугало только, я смотрю. Пугало, пугало, снайпер. Какая-то смертельная гонка, лагерь с нефтяными насосами. Может быть, лагерь захватить и заодно цель задания выполнить? Пока рядом где-то. После лагеря можно и туда доехать. Как вариант. Пуститься. Оп, ну там что-то есть еще. Подняться. Странно, до этого я их не видел. Может быть, еще будут точки какие? Не, ну теперь точно все. Погнали вниз. Эй, как ты там? Кстати, нам теперь нужно с бензином найти бочку, канистру. Иначе мы теперь взрывать не сможем вот такие вот двери подлянские. Так, где нам канистру добыть? Вот, может быть, вон там где-нибудь есть. Ну-ка. Опять он не может туда залезть. Фиг с ним, погнали тогда. Так, куда теперь? Куда я хотел? А, я хотел немножко тут... Задание местное поделать, да? Здесь какое-то место для лута есть. Место поживы. Как к нему ехать? На разворот и туда. Вместе поживы, может быть, что-то интересное. Например, тот самый бензин. Мне нужен. А как его ей, как его взять? Оно где-то наверху? Нет, оно где-то вот здесь. А ну, поживо. Вот прям вот так вот. Get it running. My black fingers itch for sacred work. Давай, выходи. Так, ну ломик я не зря, значит, открывал. Здесь какая-то. Ну,
Ты можешь там очень много будет лова? Сколько? 19. Господи, стоило бы прятать в сундук столько лома, а? Но того не стоило. Так, едем дальше. Где-то вот здесь должна быть меня. Ой-ой-ой, за мной выехали. Как туда попасть? Парни, выцепили к себе. Так, может быть, туда надо перепрыгивать? У меня такой вопрос. Опа! Почти. Почти перепрыгнул. Было бы весело, кстати. Ладно, там заехать можно, я уверен. Рисковый трюкач, а? Да, таких в цирке возьмешь. Потом столько неустойчик уплатишь. Так, вон ребята нас ждут. Привет, ребят. Как дела? О, еще есть. Пацаны, привет. Ой-ой-ой, что они на машинке делают? Тихо-тихо-тихо, слезьте с моей машины. Прикиньте, залезли на машину на мою. Вот, на. О, жесть вообще. Офигеть, вы видали, как я его просто изнасиловал? Сначала задавил, потом изнасиловал. Всяко бывает. А почему у меня до сих пор гарпун в оружии? Вот это прикольно, кстати. Вот это баг. Вот это точно баг. О, и канистрочка нашлась. Все, что нужно. Что, я могу теперь в группу настрелять, да? Прикольно, у меня переносной гарпун есть. Но это явно какой-то баг. Сейчас мы дозаправим свою машину сначала. F. Вот, остаточки поставим, будем взрывать, если что. Так, все, точка обработана. Поехали дальше. Садись, говорю. Так. Я ехал вот сюда, да? О, здесь какой-то трамплин классный. Сиганем? Так, чисто ради прикола. Это было серьезно. Серьезно мимо. Какие-то машины побитые вокруг валяются. Ну это Витя был рядом. Что вы хотите? Так, пошли заедем. О! Войский трек. Так, это этот тяжелый, который. Вот так вот. Нормально я его, да? Так, все равно машины чинить надо. И лом надо собирать. Все, кончай чинилку, поехали дальше. Сейчас за селитрой пойдем. Или за серый. Ну, я уж не знаю как. Так, я по дороге конвоя еду.
похудел конвой недавно проехал. Видите, вся земля в колесах утоплена. Так, смотри, это дым. Именно об этом говорил этот мужик. Да, приехал, парни. Кто тут главный? Никого? Очень странно. This wasn't a battle. This was a slaughter. These roadkill are cut to pieces. Need to find the other one. Это, говорит, не сражение было, это было какое-то. Джи, быстрый ремонт. Это как? Пинок ему дать? Под зад. Что здесь произошло? Смотрите, здесь реально какое-то рубилово было. Но без меня почему-то. Я, если честно, рассчитывал на движух какой-то. Здесь, оказывается, просто надо было приехать и стрельнуть из ракетницы. Так, а как отсюда теперь уехать? Очень вопрос. О, моя машина почти летает. Давай, ты сможешь, тачка. Ух, зверь. Так, смотрим, куда теперь. А теперь нам нужно вот сюда. О! Сейчас, я надеюсь, с караваном не встречусь. А то это будет жесть. Едем. Блин, ускорение, конечно, дикое. Снайпер. Давай снайпера снимем. В конце концов, что он там сидит? Вот прям с вышкой вместе. На. Хорошо, упал, красиво. Так, ничего вкусного я здесь не вижу. Оп-оп-оп, конвой едет. Ребята, проезжаем. Или это не конвой? Нет, это не конвой, это за... Не понял. А, вон за мной сейчас конвой едет. Но они вдалеке. Отрываемся. Конвой здесь поворачивает, а я вперед. Вот так вот разминулся. Так, вода, кстати, есть. В принципе, мне сейчас особо сильно не нужна. Я уже вон вижу воздушный шар. Там к нему. О, снайпер еще один. Посмотри, прям как стоит. Подлянет. Сейчас, сейчас, погоди, я приеду. Чуть-чуть потерпи. Счастье достанет тебе. Где тут твоя вышенка? Привет. Ну давай так. Холи-холи, говорит. Так, все, к воздушному шару. Я вообще не жалею тачку. Самолет. Так, кажется, нам сюда, да? It needs repairs now. I'll do my thing. Так, опять взрыв, что ли, нужен? Ты смотри, хорошо, что я канистру подобрал в прошлом месте. Я так понимаю, без взрывов теперь вообще никуда будет. Хорошо, по красоте. Ну, можно, да? О, а вот и канистра, кстати, сразу лежит. Да. They had something, but now it's gone. It's gone, no matter how much they loved or hated or bigoted. Лови. Так, а я пошел все-таки полетаю, пока буря не налетела какая-нибудь сумасшедшая.
Слушайте, а проблема может быть в том, что, возможно, эта канистра нужна, чтобы заправить воздушный шар. Где он, кстати? Давай ее налево, заправить надо. Твою налево, блин. Как знал, а? Давай канистру обратно. Придется идти теперь с канистры туда. Давай, пока бури нету. Торопимся, торопимся. Заправить. Тихо, канистру-то не выкидывай. Канистру мы еще побрали. Блин, она пустая теперь. Ёлки-палки. Косяк. Так. Летим, господа. Так. О, корабль какой-то. Паленая луна. Называется регион. Так, крепость брюхореза. Непрочный пугало. Прочный, непрочный. Прочный. Видимо, мне все это и надо посбивать, чтобы брюхорез дал мне следующее задание, скорее всего. Давайте еще оглянемся. Ну, сколько я всего понаходил. О, сколько я еще не понаходил. Снайпер. Угла. Угла. Так. Нехило тут окопались этими пугалами. Ну, теперь вроде бы все. Ух. Я думаю, в принципе, все, наверное. На этом давайте закончим наш выпуск. Не вижу смысла особо здесь что-то сейчас начинать делать, потому что равно не успеем. Так что спасибо вам, ребят, за внимание. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. Ну, читайте описание и, как обычно, ссылка на плейлист вас там ждет. Всем всего хорошего. Пока-пока.